У нас с утра пополнение. Только проснулись, позвонила женщина Галине на телефон, говорит, возвращалась с пробежки, увидела на дороге сбитую собаку, вернулась домой, подняла мужа, завели машину, приехали, налили попить, взяли там что-то с собой покушать ему. У него все как... В общем, да, мы в будку заселились. Короче, у него содраны лапы, плохо ходит. Старый древний пенсионер, скорее всего, покусали собаки. Думали приехать в клинику, пока ехали в клинику, позвонили. Там с утра очередь, а у нас не доделано ничего, то есть спинальников надо обрабатывать. В общем, решили, что мы сейчас вот тут у себя пообработаем, посмотрим, насколько все критично. Сделаем спинальников и поедем в клинику, если что. Давай, дедуля, динамитный дедуля, пошли. Вот такое вот. В общем, вот у нас такие вот новости с утра.